Є частина, яка ефективно була дирекція патрулярі Нордісі, дисфашурату Масури, каряри, дрепскоп, верифікарі, кондукатори Лортутру, тесорді транспорт, ла компартименту Масури Лорді, респектарі Масури Лорді Сигуранс, ефективно де пасері. Вечно таком обсервати, там кишнеулу є форматом фільтру, онде сунтраш пе дрепта, тос кондукатори авто, карі ну сунку плаць ку чентура де сигуранса, сау карі ефектуязе, карєва, конворби радиотелефонічі. Тобто тут основно стопати кондукатори мото, карі нов екіпат, каска де протекції. Річ таки ворфі де пістаць астрол де кондукатори, фазові покладені винувати ворфі на токміті процесі вербалік привіріла контравенція, вони ворфі аплікати амінь, ще пункти де пеналізарі. Ремінь безпечності. Будьте добрі, пожалуйста, водійте з кого достовірення, тим паспорт. Я маленького росту, 50. Придвигаюсь очень близко, до конца. А это не рассчитано на маленьких. Я притрогиваю, вот оно мне вот сюда врезается. Ведь прямо по шее. И у меня никак выше, ниже, все равно получается сюда. Из-за того, что очень близко. Я это объясняю вам постоянно, но что я могу сделать? Вот, видите? Ставим вам протокол. Что я поделаю? Но эта проблема чисто физиологическая. Данный водитель не пристегнул ремень безопасности, ему будет составлен протокол, где штраф является в размере от 450 лей до 600 с тремя штрафными очками. Тут дата не адресом КТ, то есть партишпанцила трафик, где респекта. Приведерли регламент для циркуляции руки ерещи, ну, мультимулрин, демастурли для протекции, антиковид. Баллы сейчас не есть? Есть 3 балла. 3 балла, да? Хорошо. Водитель остановлен за нарушение правил использования ремня безопасности. Данному гражданину назначается выписывается штраф в размере 450 лей и трехштрафных баллов за нарушение данного. Вы обязаны подтягивать ремень безопасности. А, Подожди. Ремень мы только выехали. Будьте добры, водите все удостоверение. Значит, господин Павел, на вашей вебе установлен протокол от нарушения, где предусматривается внимание, 35 и 45 баллов. Максимально 45. Понятно, да?